Привет, я Галина Ильина, мейкап-эксперт Oriflame. Сегодня я покажу, как скорректировать лицо с помощью контуринга. Если хочешь подчеркнуть свежесть кожи и придать ей легкий оттенок загара, используй бронзер. Бронзером выделяем выступающие части скул, спинку носа и лоб по линии роста волос. А вот скулы бронзером выделять нельзя, так как в нем есть шиммер. Для этой зоны нужна матовая текстура средства для контуринга. Она дает правильную тень. Хайлайтером подсвечиваем верхнюю часть скул, а румяна наносим прямо на яблочки щек. Они сделают макияж еще более свежим. Этот же оттенок я добавлю и на губы, ведь стик можно использовать и вместо помады. Готово! Образ получился свежим и сияющим. Мы создали выразительный образ, но знай, что текстура и палитра стиков для макияжа Oriflame позволяет экспериментировать бесконечно. Пробуй, миксуй их между собой и получай удовольствие от процесса и результата.